Инклюзивное образование – это совместное обучение детей с разными группами здоровья. Оно дает возможность всем ученикам в полном объеме принимать активное участие в жизни школы. Особенные дети нуждаются в определенном отношении, однако никто из класса не должен это почувствовать. У нас есть определенная динамика. То есть 50% детей, которые имеют статус, они чувствуют себя более комфортно, допустим, чем это было в прошлом году, учитывая то, что у нас не просто из года в год растет количество таких детей, у нас растет количество детей из месяца в месяц. Вот у нас в том месяце было 34 ребенка, которые имели такой статус, на сегодняшний день уже 38 детей. Дети с ОВЗ принимают активное участие в проектно-исследовательской деятельности школы. Сегодня педагоги делятся опытом, а ребята показывают результат работы над проектами. Открываем алфавит. Первая буква А стоит. Припослана для нас. И арбуз, и ананас. В рамках проекта по обучению и социализации детей ребята работают сначала коллективно, затем самостоятельно. Ребенок должен пройти все этапы и понять, что вообще ничего страшного нет, когда ты сам получаешь какую-то информацию. Ничего страшного нет в том, что ты можешь отстаивать свою точку зрения, показывать, что ты чего-то достиг. В областном проекте по внедрению инклюзивного образования активно участвуют только две школы. Однако дети с ОВЗ есть везде, поэтому в семинаре приняли участие учителя всех образовательных учреждений города. Были и специалисты из Бирска.